Новости на 8-м. С вами я, Инна Щедрова. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Открыт для всех. Жители Владивостока теперь официально смогут посещать Приморский океанариум. Вот как в настоящем 3D-кинотеатре. Учат в школе. В лицее Владивостока с учащимися обсудили проблемы экстремизма. О методах профилактики экстремизма в школах расскажу я, Алина Черненко. В приморской столице отметили юбилей самого читаемого русского писателя современности Сергея Довлатова. Во Владивостоке состоялась фотовыставка, посвященная 75-летию со дня рождения известного русского писателя Сергея Довлатова. Подробности расскажу я, Евгений Черемухин. Кроме того, сегодня в выпуске. МЧС докладывают о череде спасательных операций, однако некоторые районы до сих пор отрезаны от суши. И на чем можно доехать до нового океанариума на русском острове. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Президент проверил, значит, можно открывать. После 6 лет ожиданий Приморский океанариум приглашает гостей. На этот раз абсолютно всех. Первая сотня посетителей уже оценила масштаб и размах долгожданного проекта. Пропускная способность океанариума – 5000 человек в день, а билетов продано уже около 6000. Все экспозиции невозможно обойти даже за час. О том, как прошло открытие, расскажет Валерия Белоус. Какое первое впечатление у вас? У меня еще сердце колотится, я еще не знаю, какое у меня впечатление. 10 утра и первый посетитель. Билеты проверяют на входе, гостей становится все больше. Двери в океанариум на русском острове открыли, наконец-то, для всех. Это очень захватывающее впечатление, потому что я была в разных океанариумах разных частей света, то есть я была в Испании в океанариуме. Это просто нельзя сравнить с океанариумом, который открыли во Владивостоке. Очень масштабный океанариум, очень большой. Да, мы были в океанариуме в Москве, и по сравнению с, с ним это прям вообще ого-го. Более 500 видов морских особей и речных обитателей. Аквариумы вмещают в себя 25 000 кубометров воды, а вся территория научно-образовательного центра занимает 37 000 квадратных метров. Все это жители и гости Владивостока должны были увидеть 4 года назад. Но строительство затянулось. Изначально проект планировали реализовать в районе бухты Потрохол. Океанариум разделен на 3 экспозиции. Сейчас мы находимся в зоне доисторического периода, где наглядно показывают, как зарождалась жизнь на Земле. В этом зале полярный мир и, конечно, тропики с настоящими лесными звуками и живыми цветами. Океанариум более чем современный. Это заметно сразу, как только переступаешь порог. На каждом углу сенсорные экраны и мониторы. Есть спецэффекты в виде 3D-изображения, иллюминаций и пара. Отдельное внимание динозаврам. Экспонаты впечатляют даже взрослых. Также хорошо представлены рыбы из Японского моря, известные приморцам ежи и звезды, морские котики и другие удивительные животные. Это его обычное положение на мелководье. Самы хищники. И этот сом может проглотить жертву 1/3 своей длины. Вот посмотрите, каких он размеров, да? Вот такой длины рыбы он может проглотить. Представители амурской фауны считают самыми ценными. Около 130 редких видов рыб привезли из реки Амур и озер Ханки и Байкала. В аквариумах селят еще малышами, а уже в новой среде они начинают откармливаться и вырастать до нужных размеров. Имея разрешение на отлов животных, вот мы сами организовываем отлов. Некоторых животных нам приносят, например, дальневосточную кожистую черепаху нам принесли жители города, сказали, что они ее больную нашли где-то на даче, не знаю, кто-то, может быть, выбросил, вот нам ее передали. С 1 сентября на базе океанариума ученые могут проводить исследования, изучать генетику животных и делать биохимию. Это стало возможным благодаря объединению с Институтом биологии и моря и с Дальневосточным морским заповедником. Теперь Приморский океанариум – это еще и национальный научный центр. Шоу с моржом Мишей, дельфинами и белыми китами – козырь Приморского океанариума. Многие из посетителей только ради выступления пришли. Правда, пока это только репетиция. О дате самого представления лучше узнавать у администраторов. Океанариум работает каждый день. Билеты продают в специальных кассах во Владивостоке и на входе в океанариум на русском острове. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8-м. Открытие океанариума омрачилось сообщением о бомбе. Как стало известно, один из работников заведения подъехал к главному входу на комплекс на собственном автомобиле. На замечание охраны о том, что в салоне и багажнике машины находится слишком много коробок, которые предстоит досмотреть, Раздосадованный незапланированной задержкой водитель заявил, что в одной из них спрятано взрывное устройство. Сотрудники охраны подобного юмора не оценили. На место происшествия вызвали полицейских. На деле никаких бомб в салоне автомобиля не оказалось, а вот у шутника все только начинается. Водителю грозит уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По ней гражданину могут присудить штраф до 200 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до 3 лет. Так что такие шутки в наше время могут закончиться не только потерей времени на дополнительный досмотр, но и потерей денег. Поэтому сегодня мы решили спросить наших телезрителей, а вас когда-нибудь останавливали на предмет досмотра авто? Если вам приходилось по требованию спецслужб открывать багажник и подробно описывать сложенные в него вещи, набирайте 249 8806. Если же такого опыта в вашей практике не было, никто вас в экстремизме не подозревал, звоните 249 8807. Итоги онлайн-опроса подведем в конце выпуска. А вот школьников Владивостока без всяческого стеснения пытаются завербовать экстремисты. Схема проста. В социальных сетях молодым людям по всему миру предлагают выполнить определенную миссию, пытаясь убедить в том, что своими действиями они сделают только лучше. При этом о таких предложениях со стороны неизвестных школьники родителям рассказывают далеко не всегда. Поэтому правоохранительным органам и активистам просто ничего не остается, как приходить в учебные заведения с профилактическими беседами. Почему для этого символично выбрали начало сентября, расскажет Алина Черненко. Ежегодно в начале сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в российском календаре 12 лет назад. Именно столько времени прошло со дня страшной трагедии, когда боевики захватили одну из городских школ в Беслане. Тогда в результате теракта погибло более 300 человек. В память жертв Беслана и всех тех, кто погиб от действий террористов, в начале профилактического урока «Минута молчания». Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в обществе выступает их профилактика. Особенно важно, считают сотрудники полиции, проводить ее в среде молодежи. Это обусловлено тем, что по данным МВД России в среднем до 80% участников различных группировок составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Субъектами преступлений зачастую выступают лица мужского пола. Однако членами неформальных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. Мы, сотрудники правоохранительных органов, хотели бы вас оградить вот от таких пагубных влияний некоторых людей, которые желают расколоть наше общество. Экстремизм – приверженность крайним взглядам и мерам, которые террористы пытаются навязать молодым людям. Так под их влияние попали двое несовершеннолетних парней, проживающих в Первомайском районе. Именно те дети, которые состояли на учете в Первомайском районе, совершили данное преступление посредством социальных сетей. Каждый родитель должен понимать, что по ту сторону сети, с кем общается ваш ребенок, а мы зачастую не знаем, с кем общаются наши дети в социальных сетях, это, скорее всего, взрослый человек, который специально обучен этому, для того, чтобы затянуть вашего ребенка в сети экстремизма. В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть вполне веские основания. Меня пытались один раз привлечь к этому, но я не согласился, так как понимал то, что это очень плохо и могу попасть под уголовную ответственность. У нас для современного мира терроризм – это очень большая проблема, которую должны решать не только вышестоящие органы и правительство, но сами мы должны понимать об этой проблеме. И сами дети должны не допускать своих каких-то действий со своей стороны, которые могут послужить экстремизму, который дальше приведет уже к терроризму. К слову, в соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. Иначе это правонарушение влечет за собой административную и уголовную ответственность. Алина Черненко, Василий Косилов. Новости на 8-м. Движение междугородних автобусов между Владивостоком и затопленными районами Приморья начинает восстанавливаться. Уже сегодня пассажиры смогли уехать как в Дальнегорск, так и в Кавалерово. Однако запустить все маршруты пока не представляется возможным. По-прежнему крайне проблематично добраться из приморской столицы до Тернея, Находки и до Преображения. В целом по краю продолжаются спасательно-восстановительные работы. Ежедневно управление МЧС присылает на почту 8-го канала отчет о проделанной работе. Информацию подкрепляют видеоматериалами. Одновременно с этим в редакцию обращаются те, чьи родственники из-за наводнения оказались в ловушке. При этом сами пострадавшие даже не имеют возможности позвонить не то чтобы в редакцию, а даже своим родным. Так, по рассказам волонтеров, в Чугуевском районе с 31 августа нет света, а значит, нет и связи. Безусловно, на ликвидацию таких разрушений необходимо много сил, поэтому в самые критичные районы отправились отряды добровольцев. К примеру, восстановить мост в районе села Извиленко, чтобы попасть в Бреевку, Архиповку, Тополево, Ясное и Медвежий Кут. Из-за отсутствия переправы жители до сих пор не могут получить гуманитарную помощь, в том числе главного – питьевой воды и лекарств. А ведь половина населения сейчас лежит с кишечными инфекциями. Мост – единственная нить, связывающая 5 сел с большой землей. Его восстанавливают своими силами. Мы связались с родственниками, которые информацию получают исключительно от волонтеров, работающих сейчас на пострадавших участках. Одноклассница звонила своей, она говорит, мой муж со своей организацией, Дима, они сами пытаются там кинуть какие-то лаги, ну, деревянный настил сделать, чтобы проезжал хотя бы мотоцикл или легковой автомобиль, чтобы провести им туда. Они говорят, что-то постелили для мотоцикла, но с Бреевки сегодня уже не смогли сюда приехать к мосту, потому что там опять вода поднялась на метр, и на прижимах, где река прижимается к сопке сильно, там не проехали уже джипы ихние. К слову, на момент, когда мы созванивались с группой волонтеров по телефону, они нам сообщили, что в Чугуевском районе снова пошел сильный дождь. А это значит, что люди могут пострадать еще больше. А я напоминаю, что на нашем канале открыта горячая телефонная линия 249-88-23, по которому каждый из вас может сообщить, что же на самом деле сейчас происходит в районах, пострадавших в результате тайфуна. Звоните. Так уж случилось, что тайфун сейчас обсуждают наравне с новостью положительной, но крайне важной для развития региона, которому сейчас как никогда необходима помощь. Восточный экономический форум во Владивостоке дал старт не только новым экономическим отношениям, но и стал площадкой для других важных событий для стран Азии. На так называемых полях ВЭФ в начале сентября прошел двухдневный университетский форум «Россия – АСЕАН». Его организаторами выступили МГИМО и Дальневосточный федеральный университет при поддержке МИД России, Минобрнауки и фонда «Росконгресс». Я и мои коллеги постарались захватить как можно больше сессий в рамках ВЭФ. Какие темы стали ключевыми среди деятелей образования, смотрите в следующем материале. От здравоохранения до образовательных программ. Студенческий форум под названием «Россия – АСЕАН» стартовал еще до официального открытия ВЭФ. Студенческий форум открылся, как и положено, в День знаний. Более 150 государственных деятелей, ректоров, ученых и экспертов ведущих университетов, представителей деловых кругов России и стран АСЕАН. Университетский форум стал центральным событием в череде мероприятий, посвященных юбилею партнерских отношений нашей страны с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Россия дружит с АСЕАН уже 20 лет. Так, в мае текущего года в Сочи была принята комплексная программа действий на очередные 5 лет. И если говорить о площадке, на которой собрались его участники в этот раз, а именно о Дальневосточном федеральном университете, то на сегодняшний день здесь обучается более 2500 студентов из 49 стран. При этом из 6 стран АСЕАН 127 человек, преимущественно из Вьетнама. Есть также студенты из Индонезии, Лаоса, Малайзии, Таиланда, Сингапура. И задача, в том числе форума, как можно больше обмениваться опытом и отправлять на стажировки студентов с обеих сторон. Организация 3 молодежных саммитов, последний прошел здесь, в Владивостоке, на вызвал очень позитивную реакцию. Примеры совместных университетских проектов, продвижение исследований и внедрение их в производство привели в первый день заседаний. Так, варианты сотрудничества с Россией предложил представитель Таиланда. По мнению президента университета принца Сонггла, наши учебные заведения, объединив усилия, могут добиться больших успехов в областях логистики и медицины, в сферах науки и технологии, например, в создании научных парков. На второй день участников форума приветствовал Сергей Лавров. Лично министр иностранных дел России присутствовать не смог. Приветственное слово от его имени зачитал заместитель Игорь Маргулов. Мы заинтересованы в придании системного и многопрофильного характера. На решение этой задачи, собственно, и направлен университетский форум. Мы рассматриваем его как перспективную площадку для мобилизации весомого интеллектуального потенциала нашего государства. На заседании присутствовала и новый министр образования Ольга Васильева. К собравшимся она обратилась не только с призывами о развитии сотрудничества, но и с конкретными цифрами. Так, на протяжении последних нескольких лет прием граждан из стран АСЕАН в российские вузы составляет 1500 человек. В 2015 году прием студентов в бюджетные места составил 723 человека, что дало рост приема почти на 27%. Министерство связи со странами АСЕАН Ольга Васильева предложила не только в сфере высшего, но и профессионального образования, с которым тесно связаны и другие сферы. Поэтому министерская пленарная сессия символически завершилась официальным стартом Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», проводимого при поддержке Министерства энергетики России. Инна Щедрова, Василий Косилов. Новости на 8-м. Сейчас идем на короткую рекламу, сразу после которой. На чем можно доехать до нового океанариума на русском острове? И как во Владивостоке отметили юбилей самого читаемого русского писателя современности Сергея Довлатова. А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вас останавливали на предмет досмотра машины? Красивое! Удобное! Недорогое! Место для работы и учебы с выгодой 30%. Стол и кресло всего за 10 590 рублей. Мебельград.рф. Оптом и в розницу укрывной материал, сидираты, удобрения и более 15 тысяч наименований товаров для сада, огорода и вашего дома. Лазерная эпиляция на аппарате фирмы «Кандела». Эффективный и безболезненный способ удаления нежелательных волос навсегда. В центре лазерной косметологии ТИС. ООО «Милоградовская-1» производит молочную продукцию из натурального молока. Современное оборудование, автоматизированное производство и соблюдение всех стандартов делают молоко «Милоградовское» качественным, вкусным и полезным. Можно вложить, но нельзя приумножить. А можно не только вложить, но приумножить и сохранить. Кредитно-потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Доходность до 19,74% годовых. Под контролем государства. Подряд представляет прогрессивный тариф. Скорость интернета растет. Количество каналов растет. Каждый месяц плюс 5 ТВ-новинок. И плюс 5 мегабит. Wi-Fi роутер бонусом. И при этом цена прежняя. Всего 501 рубль в месяц. Подключай подряд. Быстрее звони. 2-300-500. Дэнс-студия «Чикаго». Теперь еще больше направлений. Танцы для любого возраста и уровня подготовки. Йога, растяжка, фитнес, группы выходного дня. А также обновленный проект «Good Job». Меняй себя, свое тело. Танцуй и снимайся в танцевальных клипах. Новая дэнс-студия «Чикаго» для новой тебя. Сегодня с вами я, Инна Щедрова, и мы продолжаем. На чем можно доехать до нового океанариума на русском острове? И как во Владивостоке отметили юбилей самого читаемого русского писателя современности Сергея Довлатова. А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вас останавливали на предмет досмотра машины? С сегодняшнего дня до Приморского океанариума, который наконец открылся на острове Русском, можно добраться на общественном транспорте. Туда продлили 6 действующих муниципальных автобусных маршрутов номер 15, 63, 74, 75, 76 и 77. 6 маршрутов, да, то есть, ну скажем, вот допустим, как на 15 у нас ходит порядка 10 только автобусов, 77 автобус у нас тоже больше десятка ходит, поэтому я думаю, будет достаточно. То есть проблем не должно быть? Проблем не должно быть, говорю. Ну, будем изучать пассажиропоток, еще раз повторюсь, что если будет недостаточно, будем увеличивать. В связи с этим в районе КПП океанариума организован остановочный пункт «Приморский океанариум». Здесь уже установлены таблички с перечислением маршрутов, указан интервал движения, вся территория облагорожена и заасфальтирована. Безусловно, до океанариума можно добраться и на собственном автомобиле. Парковка может вместить более 200 машин. Вот только с охранниками шутить по поводу бомбы в багажнике все же не стоит. Вопрос сегодняшнего выпуска. Вас останавливали на предмет досмотра машины? Если с такими требованиями вы сталкивались, звоните 249-8806. Если же вас никогда не просили продемонстрировать содержимое своего багажника, набирайте 249-8807. Итоги онлайн-опроса увидим совсем скоро. А пока посмотрим, как на этот же вопрос жители Владивостока ответили нашим корреспондентам. В Владивостоке нет. В Москве приходилось. Как относитесь к таким досмотрам? Положительно. Почему? Ну, потому что безопасность превыше всего. Не, ну безопасность в принципе превыше всего. Как бы с нашим временем сейчас. Думаю, что все-таки стоит проверять, делать проверки. Если досмотр будет проводиться, тогда будет меньше аварий, меньше каких-то происшествий и проблем у людей, у которых есть транспортное средство. Ну да, приходилось проходить. Как относитесь к таким досмотрам и почему? положительно отношусь. Ну, потому что это, во-первых, же работа их, то есть я, в принципе, к ДПСникам положительно отношусь. Я ни разу не сталкивался, чтобы ко мне, ну, скажем так, особо придирчиво относились, то есть либо пытались навязать какие-то проблемы, либо нарушения, которых я, ну, не производил. Поэтому я считаю, что особенно в такое время, когда вот, ну, этот ВЭФ был, да, то есть большое мероприятие, и президент приезжал, наоборот, пускай лишний раз остановят. Ну, честно говоря, я уже как бы сталкивался с таким. Ну, конечно, я бы отменил бы эти как бы досмотры, потому что они, во-первых, занимают время, от работы отвлекают. Ну, а следующих я бы, конечно, все-таки подумал бы, стоит ли и не стоит этого делать. Да. А как относитесь к таким досмотрам? Нужны они, не нужны? Почему? Нужны. Почему? Так, в первую очередь, это моя безопасность. Видеозапись, опубликованная офицерами полиции во время проведения второго Восточного экономического форума, в которой они публично рассказали и показали свой скудный паёк, рассчитанный для них руководством на 12 часов дежурства, аукнулся для автора рапортом об увольнении из органов внутренних дел. Причина проста – недовольство публикации вышестоящих по званию. Напомним, что из подобного отчета стражи порядка на обед им выдавали весьма скромный паёк, в котором, в частности, входили 2 куска хлеба, куриное яйцо и паштет. Из овощей по половинке огурца и помидора, на сладкое – 1 карамелька. При этом в набор предусмотрительно положили ложку, хотя первых блюд не предполагалось. После публикации сотрудники Управления собственной безопасности УМВД совместно с представителями других силовых ведомств быстро вычислили автора ролика. Им оказался полицейский из Уссурийска, который впоследствии был вынужден написать рапорт об увольнении. К другим темам. Презентации уникального фотоальбома отметили во Владивостоке юбилей Сергея Довлатова, одного из самых популярных и читаемых русских писателей. Подробности в материале Евгения Черемухина. 3 сентября исполнилось ровно 75 лет со дня рождения одного из самых популярных и читаемых русских писателей – Сергея Довлатова. К этой дате во Владивостоке прошла фотовыставка, посвященная жизни и работе автора многочисленных произведений, которые публикуются в России и за рубежом и по сей день. Много говорят, что Довлатов принадлежит Петербургу и Нью-Йорку. На самом деле Довлатов таким же образом принадлежит Владивостоку. Просто потому, что все корни Довлатова по отцу находятся здесь. Здесь жил дед Довлатова, Исаак Мечик. Здесь жил отец Довлатова, Андонат Мечик. Издание альбома во многом стало возможным благодаря сотрудничеству местного журналистского сообщества и Нины Алаверт, известнейшего русско-американского фотографа и критика. Нина Алаверт фотографировала Сергея Довлатова на протяжении многих лет их дружбы и жизни в США. Выпущенный во Владивостоке фотоальбом – первый и единственный в своем роде, рассказывающий о жизни писателя в США с 1979 по 1989 год. Такое уникальное фотодосье никогда не попало бы во Владивосток, если бы на предложение организовать памятную фотовыставку не откликнулось Генеральное консульство Соединенных Штатов, предоставив редчайшие фотоматериалы, некоторые из которых вообще ранее считались утерянными. Я думаю, что это мероприятие создает взаимопонимание между нашими народами. Потому что Сергей Довлатов, он жил и в Советском Союзе, и в России, да, и в США. Фотоальбом включает в себя 134 фотографии, которые создают без малого настоящую летопись целой эпохи. Это повествование о жизни писателя в один из самых продуктивных периодов творчества, а также о людях, входивших в круг его общения, хранивших и создававших русскую культуру за рубежом. Это выставка... Это большой подарок жителям города Владивостока, потому что, как сказали сегодня, да, что Довлатов принадлежал 2 городам – Нью-Йорку и Санкт-Петербургу. Теперь на эту карту нанесли Владивосток. Организаторы пообещали, что представленный фотоальбом – лишь начало истории знакомства жителей Владивостока с писателем. Руководство музея Арсеньева обещает, что фотовыставка переедет в приморскую столицу уже в мае следующего года на постоянной основе. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8. День садовода и огородника отметили во Владивостоке. На концертной площадке около Дома молодежи организовали выставку местной продукции. Одним из главных моментов этого праздника урожая стало подведение итогов и награждение победителей и призеров городского конкурса садоводов и огородников. Этот праздник мы проводим на этой площадке уже 3-й год. И традиционно в день этого праздника подводим итоги конкурса, который совместно с общественной организацией администрации города Владивостока проводит. по 5 номинациям. Поэтому на этой площадке будут вручены призы победителям. Победителей определили в таких номинациях, как «Лучший цветовод», «Лучший овощевод», «Лучший плодовод», «Лучший участок», «Лучшее садоводческое или дачное некоммерческое объединение» и «Лучший дизайн садового участка». Победители, а также обладатели 2 и 3 мест получили ценные подарки от администрации Владивостока. Сертификаты номиналом в 40, 25 и 15 тысяч рублей. Соответственно, на приобретение садовой техники и инвентаря. Завершилось мероприятие концертом от лучших творческих коллективов Владивостока. И к новостям спорта. ВМФ России буквально месяц назад отмечал свой праздник. Нашей отечественной морской армии в этом году исполняется 320 лет. В честь такой даты представители всех видов флота и высших военно-морских учебных заведений России собрались во Владивостоке помериться силами в различных соревнованиях. В каких видах спорта потягаются моряки всей страны в приморской столице, расскажет Максим Яковлев. 14 коллективов выстроились в шеренгу для открытия чемпионата по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью. И это не профессиональные спортсмены, но их точно можно назвать мастерами своего дела. Ведь кому, как не представителям всех флотов и высших военно-морских учебных заведений России, известно, как совладать с морским судном. Главное командование военно-морского флота уделяет огромное внимание и большое значение именно и популяризации, и развитию двух военно-прикладных видов спорта. Вот из 7 военно-прикладных это 2 вида военно-прикладных. Это гребля на шлюпках и гребно-парусное двоеборье. А также еще дисциплиной прикладного спорта являются парусные гонки, которые мы и будем проводить в течение этих 10 дней. Событие приурочено к 320-летию со дня образования ВМФ России. Впервые такие соревнования во Владивостоке состоялись 2 года назад. Тихий океан и Японское море с тех пор особенно запомнилось морякам со всей страны. Ведь вода у нас соленая, из-за чего лодка глубоко не ложится, а соответственно и грести так куда тяжелее. Но с опытным экипажем это не страшно. По правилам соревнований 50% у нас постоянный состав – это офицеры, преподаватели училища и представители кафедры ФП. И 50% это у нас курсанты, для того, чтобы они приобретали соответствующий морской опыт. Вот, и подрастала достойная смена. Непогода в Приморье ничуть не испугала участников. Для старта, конечно, ждали спокойного неба. Однако финальную гонку первого дня все же накрыло дождем, что только раззадорило команды. В упорной схватке с погодой и соперниками победу в первый день одержала команда ТОВ. Гребцы Тихоокеанского флота отметили, что борьба и вправду была тяжелой. Но на тот факт, что последние 5 лет их команда является несменным чемпионом ВМФ, моряки скромно не обратили внимания. Но секретом своим поделились. Слаженный коллектив и желание ребят работать. В основном собираются все военнослужащие, собираются по вечерам и тренируемся. За счет этого, как говорится, и куются победы командные. Не первый год с ними гоняемся, они как бы всегда приходят первыми, мы за ними всегда приходим. А в этом году, конечно, чуть-чуть опять нам 2 года назад 9/10 не хватило секунды, чтобы их выиграть. В этом году 7/10 не хватило, чтобы выиграть. Но опять же, надо сказать, что они местные, акклиматизация у них лучше прошла. Чемпионат ВМФ России продлится до 14 сентября. По итогам будут сформированы команды военно-морского флота для участия в чемпионатах вооруженных сил по этим же видам спорта, которые пройдут с 26 сентября по 5 октября в Санкт-Петербурге. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях. Открыт для всех. Жители Владивостока теперь официально смогут посещать Приморский океанариум. К нему же с сегодняшнего дня ходят муниципальные автобусы. Свою жизнь нужно ценить, объясняли полицейские старшеклассникам. В лицее номер 41 провели беседу об экстремизме и терроризме. Оказалось, вербовать через интернет пытаются даже школьников из Владивостока. Приморье пытается восстановиться от разрушений 2 тайфунов. МЧС докладывают о череде спасательных операций, однако некоторые районы до сих пор отрезаны от суши. На так называемых полях ВЭФ в начале сентября прошел двухдневный университетский форум «Россия АСЕАН». Презентации уникального фотоальбома отметили во Владивостоке юбилей Сергея Довлатова, одного из самых популярных и читаемых русских писателей. И подведем итоги зрительского онлайн-голосования. Напомню, мы спросили сегодня телезрителей, а вас останавливали на предмет досмотра машины? И сейчас пришло время остановить голосование. Результаты опроса уже на ваших экранах. В любом случае, как бы вы к таким мерам ни относились, главное, не забывайте, они вынуждены и помогают обеспечить безопасность большинства, в том числе и вашу. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или звоните. Телефон редакции 249 88 12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное, Владивосток. И еще, говорят, за животными можно наблюдать бесконечно. И с сегодняшнего дня у жителей и гостей Владивостока такая возможность появилась. Спустя 6 лет строительства на Русском острове открылся долгожданный Приморский океанариум. О том, как 3 дельфина, белые киты и морж Миша готовятся к насыщенным выходным, смотрим без комментариев. На этом все. С вами была я, Инна Щедрова. Далее прогноз погоды. Увидимся на 8-м. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Санос». Терапия, кардиология, офтальмология. В медицинском центре «Санос». 242-49-14.